Пеноплекс и пластик – вот два компонента, из которых делают защитные экраны в Нижегородском морском клубе и детском речном пароходстве. Именно эти материалы обычно используются в судомоделировании и робототехнике. Производство идет довольно быстро. Мы режем сначала 20 заготовок из листа пенополистирола и затем собираем. Несколько минут уходит на обработку поверхности и сборку. В итоге с начала пандемии сделано несколько сотен таких экранов. У этих изделий есть заметные преимущества. Не сдавливает голову, и в нем можно находиться долго. И плюс он суперлегкий, он вообще ничего не весит. Полиция, соцучреждения и, конечно, больницы раздают всем желающим. Конкретно эту партию в 50 защитных экранов отправят в инфекционную больницу номер 23. Еще одна важная вещь – размер, собственно, вот этих экранов. Здесь проводились целые исследования. В итоге остановились на двух вариантах – женский, чуть поменьше, и мужской, побольше. Александр Быков, Алексей Завулов. Время новостей.